Всем привет! В последнее время участились случаи выхода из строя батарей DJI. Они просто-напросто вздуваются, и все задают вопросы, что с этим делать, как этого избежать. Попытаемся в двух словах объяснить. Первое, стоит понимать, что батареи DJI это не батареи ваших мобильных телефонов, которые можно разряжать в ноль, потом ставить на зарядку и ничего не случится, телефон включится, все нормально. Батареи у DJI это литий-полимерные батареи, которые состоят из нескольких банок внутри, и они очень-очень не любят глубоких разрядов, особенно когда высокая температура, как сейчас, лето, тепло. Когда вы разряжаете батарейку ниже 25%, понимаете, что внутри в каждой баночке начинается процесс кипения. Она кипит и начинает вздуваться. У одних это может произойти раньше, у других может произойти позже, но это всегда произойдет, если вы любители летать на низких процентах батареи. То есть первое правило, просто-напросто, не разряжайте батарею летом, особенно летом, меньше 25%, то есть 25% вы уже должны сесть. Второе, не оставляйте батарейку на солнце и после полета старайтесь дать батарее просто-напросто остынуть. То есть полетали, вытянули батарейку с дрона и все нормально. Потому что в последнее время очень много батарей сейчас от Mavic 2. Вот пример, мы видим, как она вздувается, вот бочоночек такой. Потому что батарейка внутри у Mavic 2, она закрыта, после полетов она снизу греется и продолжает опять кипеть. И третья рекомендация. Старайтесь меньше использовать спорт-режим. Потому что в жаркую погоду спорт-режим тоже губит вашу батарейку. В принципе, все. Мы уложились в 2 минуты. Всем спасибо. Летайте осторожно. И если будете эти три правила придерживаться, вам не надо будет идти в магазин покупать новую батарею. Пока.